И все, привет, ребят, с вами мистер Ванька, сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен замечательному обзору того вооружения, того устройства, которое вы видели в начале этого видеоролика. Я, конечно же, хотел выбить новое устройство на молот. Устройство, которое у нас замораживает танки. Сегодня у нас вышли тоже интересные обновления с заморозкой. И мне было, конечно же, интересно все это дело затестировать. Я, конечно же, зашел на спецак, приобрел ультраконтейнеры и решил повыбивать. Ну и плюс ко всему прочему, сумел еще и выбить вот такую вот замечательную Теслочку XT, которая, как по мне, ну, наверное, является самым жестким скином, который я видел вообще в своей жизни. Вы видите, насколько жестко она выглядит. И если, например, сравнить с любым другим XT предметом, вы видите, как прорисован данный скин и золотой оттенок, да, и как, например, вот прорисован хоппер, да, и насколько здесь, например, пикселит он, и насколько здесь четко прорисован скин. Как по мне, это, наверное, ну, самый четкий проработанный скин, который у нас сделали разработчики. Но сегодня у нас речь пойдет, конечно же, не о какой-то Тесле. Теслу мы уже нереальнейшее большое количество раз тестировали. Сегодня у нас речь, конечно же, пойдет о устройстве дыхания выверни. Новое устройство на заморозку. Ну и потестим, посмотрим, что оно из себя представляет. Возьмем сейчас, конечно же, дрончик, бустер, ну и красочку какую-нибудь нацепим. Что у меня здесь по красочкам? Лолчик, возьмем лолчик. Молота у меня до сих пор экстишного нету. Сыграем пару боев, посмотрим, что у нас будет получаться. Молот заморозка, я так понимаю, что он работает так же само, как и молот с пробитием, и молот с Эмми. С молотом Эмми я видос тоже уже записал, но до сих пор он, мне кажется, на канале еще не появился, вы его не видели, но в скором будущем он, конечно же, появится, даже после, наверное, этого видоса. Ну и, как всегда, это должно работать как третий молот, который замораживает. Посмотреть главное, насколько он замораживает. Насколько жестко эта заморозка работает. Для меня лично это самый главный. Не понял. А где заморозка? Или он замораживает при критическом уроне, а не при третьем выстреле? А, он, наверное, замораживает при третьем. Ой, не при третьем, а просто при критическом уроне. Вы видите, как долго действует заморозка на башню, но корпус при этом едет довольно-таки спокойно. Я еще против призов с шоком не катал, поэтому для меня это, наверное, немножко новое. Ну, тестируем, смотрим. Я пока не вижу вообще никакого прикола от этого устройства. Сейчас надеюсь, что я его увижу. Но заморозки пока нет вообще никакой. У меня точно это устройство стоит? Ну да. Вроде стоит. Работать оно должно, походу, при критическом уроне. Но у нас там защита есть от заморозки. Иммунитетов от заморозки я не наблюдаю. А к чем? Может, тут с критическим уроном шанс очень какой-то маленький? Я не понял, почему у меня до сих пор не было ни одной заморозки оппонента. Как это должно работать? Как это должно работать? Друзья, полторы минуты прошло, я не понял эффект вообще своего устройства. Оно точно морозит? Или меня обманули? Или это какой-то развод? Это развод какой-то? Ну, пока я ни разу еще не заморозил. Я думал, оно морозит как Эмми, как пробитие. Каждый третий выстрел. Но оно работает каким-то другим способом. За счет критического урона. Я даже потом хотел бы, наверное, зайти на танки Вики и посмотреть. Прочитать. Потому что за 2 минуты еще ни одной заморозочки не было. Там должна быть настолько жесткая заморозка, если она работает с такой частотой. Где заморозка? Алло? 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 А где крит? Критов нет, заморозки нет. Где? Ну алло, ну как? Ну как я должен? Как я должен давать заморозку? Чё за бредятина? Что я решил тестить? Я точно решил потестить это устройство? Может, оно у меня не оделось? Или чё? Я не понимаю прикола. Меня троллят? Это максимально непонятное устройство, которое я когда-либо тестировал. Где критический урон? Его вообще есть?
Сколько я молотов дал? Где Крит? Алло! Это что за дичь? Где Крит? Где заморозка? Меня затроллили. Это скам? А приколите, если бы я выбивал бы это устройство, специально именно ради него бы играл бы, и вот такой вот бы прикол бы получил. Где Крит? А где Крит? Что не так? Что я не так делаю? Что мне надо, хорька одевать, что ли? Мне, походу, надо одевать хорька, чтобы критический урон увидеть. Нет критов. Что они сделали? О! Нифига себе, крит! За 4 минуты первый крит! Вот это устройство! Блин! Это лучшее устройство. А так там заморозка должна была быть такая, чтобы вообще типы стали колом. А они ехали что-то нормально, не? О, крит. Только я убил его. Офигеть. 4 минуты, 1 крит. Но это, наверное, лучшее устройство, которое я когда-либо видел в этой игре. Офигеть. Мне кажется, либо они чуть-чуть не докрутили его. Что-то здесь не докручено. Чуть-чуть. Ну так, слегка. Слегка, совсем слегка не докрутили. За 4 минуты один крит. Наверное, худшее устройство, которое я видел. Из новых. Просто худшее устройство. Самое худшее устройство из тех, которых я видел. Я вот даже уже сомневаюсь в том, сыграть ли еще один бой на нем. Ну давайте я сыграю второй бой, но я сыграю его определенно на харьке. То есть, если я хочу просмотреть вообще, как работает критический урон, то мне желательно сыграть на хоречке. Нифига, у меня башня приварилась. Вот это жестко. Корпус едет, а башня просто упала. Башни просто как будто не стало. Но кто-то явно не доработал это устройство. Я, конечно, не эксперт, но его кто-то не доработал. И этот кто-то, это орех. Он самый. Он самый орех. Который что-то явно не докрутил. Работа, конечно, печальная. Ребята на шоках играют. Блин, шок жесткий. Шок жесткий. Шок, я думаю, что мы тоже вместе с вами потестируем. В ближайшем будущем приваривает. Башню, корпус очень дико. Ну а что я должен делать? Ну это бред. У меня 3 крита за всю катку, при том, что я даю крит по типам, которые умирают. Пользы от моего критического урона фриза 0%, просто 0. Во-первых, он выпадает очень редко. Во-вторых, заморозка вообще не работает. Ну вот, ну что я заморозил? Там танк вообще едет нормально. Если поджог работает хорошо, то здесь заморозки вообще нет. То есть это устройство полностью надо переделывать. Полностью переделывать это устройство. Чтобы в нем был смысл. Его надо перерабатывать. Ну, хотя против шока теперь не так тяжело играть, как это было раньше. А раньше ты встал колом и все. А теперь у тебя просто башня приварилась. Но при этом ты можешь как бы ехать, передвигаться, если четко контролируешь то, что будет делать оппонент, то в принципе даже можно и при таком раскладе продолжать накидывать хороший урон. Короче, первый бой максимально печальный. Я уже на данный период времени понимаю, что это максимально бессмысленное устройство. Но хочу посмотреть, что будет с ним, если я, например, на хоречке дам овердрайв. Например, 2 раза подряд, да, то есть застопится оно в два раза сильнее танк, или заморозка будет такая же, как она была. То есть, если бы, например, у меня было бы на дыхании дракона 2 молота подряд с поджогом, то танк поджигался бы в 2 раза сильнее. Поэтому мне интересно, что будет здесь у нас с хоречком, с критическим уроном, с заморозкой. Если оно будет работать так же, как с поджогом, возможно, это будет что-то интересное. Но даже при этом это максимально, наверное, бесполезное устройство, которое могло быть вообще. Я хуже устройства пока что не видел.
Эми очень крутое устройство, которое, к сожалению, я еще не выпустил. Но оно очень крутое. О, заморозка! Офигеть, заморозил. И что толку? Че, лаптику прожился? Да. Типа дефолтный молот. Дефолтный молот. И думать о заморозке. О, 2800 влил в типа. Урон хороший. Да, по 300 в упоре. Шикарный урон. Ну, этого очень мало. Я бы сейчас бы на Теслочке, знаете, сколько накил? Нифига себе, кто попал против в бой? Это легенда ТО? Он самый? Легендарный игрок? Вы видите? Легендарный игрок попал на видеоролик? Давайте мы ему посмотрим. О, проверочку на легендарном игроке. Дали небольшую проверку. Небольшую проверочку на легендарном игроке. Так, и сразу чпокнули. Плюс. А, ну, я успел дать два молота. Одним овечьи слить. И второй молот. Просто чуть-чуть заморозил типа. Ну, короче, это вообще полная шляпа. Полная шляпа. Пул шляпа. Пул шляпа усатая. Усатая шляпа. Я, честно, очень сильно расстроен. Я сегодня надеялся увидеть интересное устройство. С жесткой заморозкой. Ну, примерно с такой хотя бы заморозкой, как была раньше на криоснарядах. Помните, какая была жесткая заморозка на криоснарядах? А по итогу, что я увидел? Я увидел полностью не готовое и не конкурентоспособное устройство. А ведь сыграет на уране. Все ясно, чел в прошлом веке живет. Сейчас бы на уране играть. В 2К21 году. Да, чел еще на кислоте. Но уже не в мете. Его уранчик. Ну вот, видите, я заморозил. Там у человека что-то чуть-чуть заморозилось, башня и все. И это все. Это просто все. Больше ничего. На. Ну давайте. О, легенда, ничего себе, легенда поднял название на этом аккаунте. Это что-то жесткое. Давайте попробуем ведь Мергеляночку. Оп. А ведь легко. На респик. Оп, добавка. Ну, и там корпус едет. Короче, польза ноль. Просто польза ноль. Ноль пользы, ребят. Ноль. Ноль. Вот вы знаете, ноль. Вот если вот берете этот молот, то вот именно столько. Только пользы. Только за счет обычного дефолтного молота вы можете давать как бы киллы. Но устройство вам не дает ничего. Абсолютно. Вообще ничего. Никакого плюса. Плюсов просто, как я уже сказал. Сколько? Правильно. Ноль. Ноль плюсов. Хорошее устройство. Шикарное устройство. Шикарнейшее просто. Шикарнейшее. Шикарнейшее. Лучшее. Лучшее в своем роде. Мне добавить больше нечего. Хочется даже выйти с этой катки. Потому что я максимально расстроен. Но ладно, катку я доиграю. Все-таки легенда против. Легенда, Овец Мергеляна. Давайте его потроллим еще немножко. Давайте потроллим Овеца. Давайте ему вот так вот дадим приколу. А, он с кризисом. Ух, зараза, на кризисе. Какой у тебя кризис? Какой у тебя кризис, зараза? А? Откуда у тебя кризис? А? Кризисом он играет. Еще и расходку так прожимает по-наглому. Он там этот песок, наверное, 4 года выбивал, чтоб не лагало. А я ему тут накидочку профессиональную оформляю. 20 киллов целоховец набил. О, жестко, жестко, жестко. Может даже его чпокнуть, выиграть каточку. Давайте постараемся выиграть. 2 минуты есть на это. Давайте подсолим немножечко овецу. Все-таки, ну, что, я зря пикался, что ли? Против легендарного игрока. Давайте, 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 давайте. Захват быстро точек. Пока ведь там на чпокинге. Я по-быстрому работаю. Но ведь точно по 150 расходки минимум закатку прожимает. Он там так меняет ДАшку с ДДшкой по-жесткому. Что там 150-ка улетает смело. Смелая 150-ка улетает. Так, две точки захватываем. Нет, не захватываем. Меня, к сожалению, сливают.
Полторы минутки, я даже на первом месте. Даже на первом месте. Это вот такие вот игроки играют в матчмейкинге. Крутые. Шикарные. Шикарные игроки. Я думаю, что да. Шикарные игроки играют в матчмейкинге. Давайте пожмем овер, я не знаю. Насколько он будет бесполезен. Думаю, что максимум бесполезный. Ну да, типа x2 есть заморозка. Но даже это x2 заморозки. Ну, будет мало. Определенно. Определенно ее будет мало. У нас две точки под контролем. 50 секунд до конца. Может выиграем. Может выиграем, но надо центр под контролем держать, чтобы выиграть. Центр под контролем. Центр без контроля. У нас супер Вика Гаусс. Который умеет прожимать овердрайвы. Я, пожалуй, даже Овец Мергеляну фонд в бою оставлю. Чтобы он заработал побольше кристаллов. Чтобы он был больше рад за этот бой. Все-таки ждем возвращения легенды. Ставь лайк, если ты знаешь этого нагибаторского игрока и ждешь, когда же он вернется в большую гонку. В большую гоночку. За новой красочкой. Оставляем фонд Овец Мергеляну. Ну и я думаю, что здесь, ну, добавлять нечего. Добавлять нечего. Пусть делают что-то с этим устройством, потому что оно максимально бесполезное. Это худшее устройство из новых, которые я видел. Ну а что касаемо Теслочки, блин, как же она круто выглядит. Жду ее на основе. Жду ее просто на основе, когда у меня вот такая вот будет. Как же она четко будет смотреться с моим ветеранчиком. Уф. 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 Но пока ее у меня нет. У меня, друзья, на этом все. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Согласны ли вы со мной или не согласны? Поддерживайте. Видеорик лайком. Подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны. С вами был Строванько. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.